При знакомстве с родителями вашего жениха вам нужно показать себя с лучшей стороны. И в этом вам поможет правильно подобранный лук. На сегодня мы вам предлагаем три варианта, три образа, но во всех трех образах, я считаю, должна присутствовать нежность, чистота и женственность. По первому луку это платье такого молочного цвета из очень сейчас актуальной ткани панбархата. Это вот такая бабушкина ткань, но снова все возвращается в моду. И мы подчеркиваем талию черным широким поясом и дополнительно украшаем данный наряд украшениями из ожерелья из черных бус. Второй лук у нас тоже получился очень нежным, в бежевых тонах, но очень яркий акцент на вышивку в цветочном таком узоре. И мы дополнили этот образ нежным ободком из шелковой розы и оранжевым ремешком. Получились такие яркие акценты, очень свежо, очень женственно. По третьему образу, это такой стиль 60-х годов, то, что сейчас очень актуально, белые воротнички, и такой цветочный тоже нежный принт с пышной юбкой. Очень женственно, очень рекомендую, вы будете выглядеть всегда на 100%. Значит, образ мы дополнили ободком в виде бантика такого бежевого цвета, что еще добавило такой вот романтичности. Я считаю, что категорически нельзя идти на знакомство с родителями, это в очень коротком платье. Также я бы не пошла, допустим, на знакомство с родителями в брюках. И какие-то, конечно, такие откровенные вырезы, прозрачности. Мне кажется, это тоже будет не совсем уместно.